Привет, мой дорогой зритель, с тобой Нурс, и сегодня хотел бы я поговорить про такого персонажа, как Мойра. Она недавно появилась на просторах Prime World, буквально на прошлой неделе, и уже завоевала мое сердце. Такая симпатичная, смотрите, девочка с котиком летающим. Классно, классно. Это герой класса боец, у него, как вы видите здесь, две основные характеристики — сила, разум. Не знаю, зачем сказали проворство, здоровье и воля. Я талантов от этих характеристик у него нету. Соответственно, можно сделать из него две разновидности. Это может быть АОЕ такой кастер-дамагер, если качать в силу, вот как это делал я. То есть, на мой взгляд, это вот сейчас оптимальный вариант. И если вы не знаете, во что качать, качайте в силу. И, возможно, поизвращаться и сделать из этого какой-то автоатакер. Но это как из кисти делать автоатакера. Примерно с таким же успехом, мне кажется, это все будет. Если качать в разум. Ну, не знаю, честно, не пробовал. В разум ни одной еще Мойры пока не встретил. Я уже докачался пока до капитанов на 10 левеле. Зафиолетил. Что, если говорить про ее абилки? Абилки у нее следующие. У нее пассивка. При повреждении автоатаками и классовыми талантами на 3 секунды враги получают на 10% больше урона. Охренительная вещь. Соответственно, если вы на врагов кинули котика, он там по всем попрыгал, всем врагам плюс 10% дамага. Классно, классно. С родной земли еще ведь крадет энергию. Но это такой бонус. Первая билка. Это вот кидают фамильяра, она, он летает, крутится, перепрыгивает с цели на цель и наносит дот-эффект. Кидать нужно в скопление мобов и, соответственно, в скопление героев. Если против вас играет Мойра, на вас прилетел котик, вы отойдите в сторону. Не стойте рядом с мобами. Отойдите в сторону где-то в одиночестве. Он там одну секунду покрутится вокруг вас и исчезнет. Он не будет больше перепрыгивать. То есть, вот что пока вот люди не делают здесь. То есть, если котик стоит на них, они стоят рядом в куче, он прыгает туда-сюда, там надамаживает бешеное количество. А тут попал на вас, отойдите в сторону. Такое вот спасение. Апгрейд этой штуки, он может, котик перепрыгивает дальше, дополнительно наносит еще дамага, в два раза больше, кстати, получается, он наносит уже дамага. Охренительная вещь, магический форсаж, нажимаешь на двоечку, она ускоряется, на нее не действует оглушение, не действует, нифига не действует. Соответственно, видите, летит в вас бомба принца, нажали двойку, уехали. Апгрейд еще после нее выпускает такую сиреневую лужу, все, кто попали, попадают на 2 секунды в страх. Круто. А, даже не на 2 секунды, на 1 секунду в страх. Вообще вещь. Вот вещь, из-за которой этот герой, в принципе, может стать автоатакером. Талант. Запускаем его. Дополнительно автоатаки наносят физический урон за 25 энергии. И с родной земли там довольно значительно увеличивается радиус. И кроме этого, атаки еще бафают за каждую атаку, плюс какое-то количество проворства. В принципе, на прокачанном уровне, может быть, там плюс 50 проворства, плюс 70 проворства застаканное. Ну, может быть, что-то из разумной выйдет как автоатакер. Но, опять же, я советую вам качать только силовую. Видите, у меня она силовая, разумную я не пробовал, ну и пробовать, да и не собираюсь даже. Ульта Мойры, проклятие хрупкости, кидает в одиночную цель свое проклятие, увеличивается входящий урон на 50%, но не больше, чем вот написанная здесь сумма дамага. Апгрейд ульты, тоже божественная вещь. На 2 секунды противник впадает в панику, бегает, мечется. Очень хороший способ контролить. То есть кого-то догоняете, кинули, он пока в панике, кинули на него котика, успели к нему подойти, вокруг него поездили на метле, он там все бегает в панике и помирает. Такой вот отличный персонаж. Кстати, одновременно с этим видео я выкладываю видео пример этого боя этим героем. И смотрите, играйте Мойрой, качайте ее в силу, и да пребудет с вами позитив. С вами был Нурс. Всем добра, пока-пока.